Образование города теперь под чутким контролем Лилии Галузиной. Человек для отрасли не чужой. На протяжении десятилетия была директором одной из лучших школ областной столицы. Под руководством Галузиной 132-я школа сильно изменилась. Вошла в 500 лучших средних образовательных учреждений России, отметил глава Самары Дмитрий Азаров. Лилия Галузина на встрече с директорами школ города рассказала, особое внимание в работе будет уделять обновлению материально-технической базы и развитию педагогического потенциала учителей. Наша работа такая, что нам не должно быть скучно. Не должно быть скучно детям, нам должно быть интересно. И вот этот творческий потенциал, он каждому из нас есть. Давайте, чтобы рутина нас с вами не задавила, и мы обязательно проявили все самые лучшие качества свои для образования города. Творческий потенциал воспитанников лицея «Созвездие» развивают уже более четверти века. Учебное заведение – неоднократный победитель региональных и всероссийских конкурсов. Глава Самары Дмитрий Азаров заглянул на несколько уроков, чтобы воочию увидеть, как идет образовательный процесс. 9 класс, а предмет? История. История. Что сейчас проходит? Так, мы сейчас в период Великой Отечественной войны. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградскую и Курскую битву. Надеюсь, знания будут достойными всех великих событий. В прошлом году в здании лицея на деньги муниципального бюджета проведен капитальный ремонт кровли, пищеблока, спортивного и актового залов. Мэр Дмитрий Азаров остался доволен выполненными работами. Виктория Шара и Мария Иваткина, Артем Сулайманов. События.